хозяевами детского дома семейного типа стала семья Черневых. Они воспитали троих детей, двоих своих и одну приемную. Распоряжением Тарутинской районной администрации создан дом семейного типа, в котором устроены на совместное проживание и воспитание шестеро детей. Чебан Михаил, Чебан Виктория, Чебан Карина, Чебан Алена, Чебан Ирина и Чебан Андрей. Все дети являются родными братьями и сестрами. Мы гордимся такими семьями. Ура! Уважаемые друзья, сегодня действительно рад видеть вас всех. Рад видеть, прежде всего, семью, вот такую красивую, дружную. Хочу, наверное, сказать, что многие ждали этот день, ждали каждый по-своему, но больше всего, наверное, ждала семья, которая сегодня переступит порог этого дома и будет жить в нормальных, комфортных условиях. Больше всего, наверное, ждали детки. Что хочу сказать? Прежде всего, хочу сказать, что благодаря той политике, которую проводит президент Украины Петро Алексеевич Порошенко, что в последнее время очень большое внимание уделяется вопросам финансирования из государственного бюджета приобретения жилья для детей-сирот, создания домов детского типа. И хочу поблагодарить всех, кто принимал самое активное участие. Я сейчас как попытаюсь всех перечислить, если кого-то обидел, прошу прощения. Но прежде всего, наверное, начну с господаря всего, с господаря этого поселка Ивана Ивановича Куруча, который нас прекрасно понял, шел нам на уступки и всячески содействовал для того, чтобы мы успели все сделать, потому что финансы требуют определенной четкости, быстроты и качества. Конечно, хочу поблагодарить службы. Все службы, которые есть в районе, связанные с воспитанием детей. Хочу поблагодарить, прежде всего, родителей, наверное. С них нужно было начинать, что они рискнули. Я уже говорил в такой приватной беседе. Надо иметь большое мужество. Надо иметь большое мужество, любить чужих детей, которые стали своими детьми. Я хочу отдельные аплодисменты им. И, конечно, поблагодарить ту команду, которая есть сегодня в райгосадминистрации, прежде всего своих замов, которые профессионально выполняют свою работу. Что хочу пожелать? Здоровья всем. Здоровья, здоровья, здоровья. Есть такое емкое украинское слово «поразумение». Будет поразумение, будет все. И наша задача, задача органов власти, взрослых, чтобы мы заботились о таких семьях, которые, о которых сегодня мы говорим. Всем здоровья, удачи, терпения и семье в добрый путь. Спасибо. Доброго дня всім. Не випадково я передала слово, мікрофон Івану Георгійовичу, тому що він, як ви всі знаєте, насправді батько всіх дітей в районі. І те, що він приклав всі зусилля для того, щоб у цих чудових шістьох братиків і сестричок з'явилися такі гарні батьки, і ви ще не так давно разом, однак ви вже на таке ціле, ви всі схожі один на одного. Я зразу звернула увагу, ну подумала, що це, мабуть, якийсь розіграш. Це, звичайно, рідна багатодітна сім'я. Ну, і дай Бог, щоб все у вас так і надалі було. Я, дуже це подія знакова для, не тільки для вашого району, для нашої області. 35 дитячих будинків вже з вами, сімейного типу в області функціонує. 224 прийомні сім'ї. Майже 700 дітей виховуються в таких сім'ях. Для нашої області це багато і водночас нам є ще над чим працювати. Тарутинський район є лідером в Одеській області по кількості прийомних сімей. Мабуть, у вас тут найдобріші люди живуть, мабуть, найщиріші серця. Очевидно, статистика якраз це підтверджує. Я також хочу подякувати місцевій владі, районній державній адміністрації, конкретним людям, які приклали максимум зусиль для того, щоб цей будинок прийняв дітвору, тепло, гарно, я вже одним глазком подивилася. І одним з найперших Тарутинський район придбав цей будинок. У нас було дуже мало часу, а діти чекали, так, з липня, всі сиділи і чекали цієї події. Тому всім причетним дуже дякую, дуже бажаю, щоб
Ця сім'я стала вашою ще однією гордістю. Добрий путь. Дорогі друзі, я хочу всіх поздравити з цим событием. Событие очень ординарное. Первый раз у нас родина происходит именно таким образом. Я думаю, Иван Георгиевич правильно сказал, это результат следствия политики все-таки нашего государства. Были, Валерий Георгиевич стоит, улыбается. Были те сложности, которые было преодолеть трудно, но они прошли. Не все партнеры были порядочными, но думаю, что это все должно сыграть главную задачу на радость детям, которые вот стоят, улыбаются. И в добрый путь им, думаю, что вырастут достойные граждане нашей страны. С праздником вас! Доброго дня, рада всіх вітати. Хочу сказати, що коли дізналася, що буде відкриття дитячого будинку сімейного типу, серце наповнилось любов'ю і радістю, тому що знаю, що Тарутинський район – один з тих районів, де завжди ефективно функціонують сімейні форми виховання. Я дуже рада вітати всіх. І я знаю, що те, що ми зараз бачимо, це зусилля всіх, як голови районної державної адміністрації, як голови райради, так і всіх наших структур. Хочу сказати, що чужих дітей не буває. І те, що ви зараз робите, ви робите це для всіх, в першу чергу. Хочу сказати, що я бачу, що ви як єдина родина. І я знаю, що ніяких проблем, ну, апріорі не може бути в вашому функціонуванні. В свою чергу, хочу сказати, що все, що залежить від нас, як обласних структур, я хочу сказати, що будемо робити все для того, щоб допомагати вам і для того, щоб не виникало ніяких проблем. Ще раз вас щиро вітаю. Хочу сказати, що ще раз, те, що ви робите, це насправді благое діло. Символічний ключ від дитячого дому сімейного типу вручає голова районної державної адміністрації Кюсе Іван Георгійович, главі сім'ї Юрію Георгійовичу Черневу. Познакомились с детьми? Два месяца. Два месяца. А где вы до дома общались? Пока вам дом не построили, не отдали. У кого? Сына. И все вместе уже обжились? Да. Все нормально? А такое вражение, что они все життя рады. Кто самый непослушный из этих? Все мы все. У нас есть. Мы батя. Расскажи еще пару слов, пожалуйста. Как вы решились? Мы давно уже, у нас девочка 5 лет. Которая сейчас учится, так? Мы решили попробовать, да, это от силы. Вот это извините. А сколько вам самим, если не секрет, лет? Мне 48. Так. Самый смак. Нет, раз мужчина в расцвете сил, понятно. То есть пока детки уже вырастут, вам будет ого-го. Я имею в виду, еще на один заход пойдешь? Время пока здоровья. Не, молодцы, спасибо. Как тебя зовут? Мишка, это Андрюшка, да? Да. Так, а ты? Алена. Алена. Ира. Это маленькая Ира? Да. А ты? Вика. Карина. Карина, Вика. Вы все чебаны? Да. Молодцы. А что, понравились вам эти родители? Да. Как вы их называете? Мама и папа. Да? А по именам? Да. Не знаете их? Да. Как? Мама. Как маму зовут? Мама. Клава. А папа у меня Алена. Хорошо.